Германия направляет своих экспертов в Бельгию и Нидерланды, чтобы быстрее справиться с последствиями так называемого фипронилового скандала. Тем временем отравленные куриные яйца продолжают свой путь по ЕС. Все подробности узнаем от Татьяны Лагуновой. Еврокомиссия предупреждает: Францию, Великобританию, Швецию и Швейцарию, к ним тоже могли попасть загрязненные фипронилом куриные яйца. И рекомендует проверить все подозрительные партии. А в случае положительного лабораторного теста изъять их из продажи, как это уже сделали в Германии, Бельгии и Нидерландах. Власти стран, которые мы предупредили, теперь должны проверить эту информацию. Все партии яиц можно отследить. Параллельно пострадавшие европейские страны делают все, чтобы в продажу не поступали новые партии опасных яиц. Все фермы, где обнаружены следы фипронила, закрыты на неопределенное время. Мы будем закрыты до тех пор, пока вещество фипронил полностью не исчезнет из нашей продукции, курятины и яиц. Как вообще запрещенный фипронил попал на фермы, уже выяснили. Один из производителей средств для борьбы с насекомыми смешивал его с безобидными растительными препаратами и продавал европейским фермерам. В Германии, Нидерландах и Бельгии уже начаты уголовные расследования. Татьяна Лагунова, Павел Лысенко. Подробности немецкое бюро телеканала «Интер».